Добрый день. Пришли вот на речной рынок, рынок морепродуктов. Тоже очень довольно-таки привлекательные цены, между прочим, довольно-таки нормальные. Вот, сиди. 2,50. О, какие крабы. Ничего себе. Крабы стоят по 12 евро за килограмм. Офигеть. Я купил вот два миди кальмара. Точнее, это не кальмара, а это ракатица. 12,50. Вот такие ракушки. 9,80. Маленькие ракатицы. 10,90. Есть вот маленькие крабики. Почему-то они дороже, чем большие. Дорада. Вот рыба дорада. По-моему, вот дорада. Вот дорада. А, вот дорада. Дорада, да? А что это значит две цены? 6,50 и 15,80. Может, полкило и килограмм? Вот таких крабов. Крабы вот 12,50. Вот сейчас мы купили две штучки. Таких немало. Как раз на выпуске были на килограмм. По полкило один этот. Лобстеры. Да вот положи такие. Его. Вот. Положи. А вот это какие-то слизи рыба. Это что за рыба? Масса. Даже не знаю. По-испански. Ну, страшные зубы, глянь, какие. Вот еще какие-то слизни. А вот это продавец, я так понял, от крупных рыб. А, шкурки. Самые вкусные в пожаре. Да, да, да. 2,70. Вот это тоже страшная рыба. Оля. 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 Привет, каких только видов нету. Дорада, 5 евро. А это вот наша, это килька. 2,80 килька. О, это еще вот мельче какая. 2,50. Такие одни мужчины стоят в очереди. Что это такое? Не знаю. Что-то непонятное, я даже не могу понять. Не надувается, которая рыбка? Нет. Ну, 2,80 вообще нормальный, тип каких-то кушков наших. Ну, с той стороны, ну и много таких рядов. Говорю, вот, говорю, купили. Сейчас покажу. Сегодня будем отваривать. Вау. Сцепились. Живой? Да. Живые, конечно. Он только лапки жал. Он меня пытается ухватить. Знаете, сколько вы 10 евро? 10 сколько? Евро. 730 рублей. Ну да. Ровно килограмм. 730 два рублей. Два здоровища. Все, пойдем теперь развлеку. Вот, кстати, туалет я нашел. Все.